Всем привет, мои дорогие телезрители, у микрофона я Стриж. И у вас наверняка встал вопрос, это опять не сюжетка, что? А я вам отвечу, это будет полусюжетка, где меня чуть не зарезали негры. А еще мои ролики смотрят 79% людей без подписки. Ну ребят, серьезно, вам же не трудно подписаться на мой канал, а мне будет приятно. Давайте добьем уже 1500 подписчиков к моему дню рождения, это будет приятный подарок. Ладно, давайте перейдем к ролику. Здравствуйте. Любите рисковать, м? Привет. Чего? В смысле? Хочу вам предложить кое-что. Сначала я не понял, о чем говорит эта чехуля, но потом, когда она сказала свою фразу, я понял, что дело пахнет писюнами, и что это полный лохотрон. Вы мне даете 1000, а взамен получаете 10. Рискнули, получили. Нет, нет. Но здесь, откуда ни возьмись, появляется мальчик по имени Логан, который решается проучить эту девочку. Помогите, люди! Логан прижимает девушку к машине и говорит: она обманывает людей. Какой же я злодей! Дебил. Но потом решил подойти добрый самаритянин по имени Василий Глуми, но девочка эта все-таки пропала. Позже я встретил на улице возле бара 10 бутылок невинную Лолю, которую окружили стая негрил. Я уже и боюсь подумать, о чем они там размышляли, чтобы сделать с этой невинной Лолечкой. Но к счастью или нет, она все же в конце и ушла. В принципе, можно считать, что ей повезло, и то, что она не стала жертвой изнасилования на публике. Да-да. Позже я решил прикупить себе травки у негра по имени Рома. Но это Россия, детка. Но этот негр полностью меня игнорировал и был сконцентрирован полностью на другом человеке. Хотя я собирался купить целых 20 грамм тринихуаны. Это ведь целое состояние для этого негра. Особенно те, кто жили в гетто. Уже на следующий день игры на Тринити мы с моим другом Егором Братишкиным, те, кто бывает на моем стриме, знают, хоть такой, это вообще душа человек, лучший друг и вообще, в принципе, лучший человек в этом мире. В общем, меня этот негр назвал расистом. Но как я могу быть расистом, если у меня есть друг негр, которого я открыто называю негром? Чё? Не понял. Ну не важно. Ну в общем, этот негр назвал меня расистом и дал мне за это в челюху. Позже у нас с ним началась драка и подключились другие негры, но мы все-таки одного ушатали и свалили. Там, потому что в конце подъехали копы. Бей его, что ты стоишь-то? Кого? Вот этого, что ли? Да, вот этого, белобрысого. Ой, копы, нормально? Копы, копы, валим. А, ты где? Вали, там копы приехали. Погоди. Не посрать, что ли? Ну, давай, я сейчас, короче, просто будет рофл года, на самом деле, я считаю. Я надеюсь... Смотри, вон этот с дредами, который красный, с красными дредами, вот. Да пошел он в жопу, короче. Короче, смотри, если меня сейчас не забанит YouTube за такую шутку, короче. Ищи, подожди. Негры, кто продается в рабство? Плачу хорошие бабки. Пять штук плачу, ну? Довольно долгое время меня игнорировали все негры, но все-таки один отозвался, и этого негра зовут Ролан Феллер. И это тот негр, который меня чуть не зарезал. Чё ты, блять, кричишь здесь, а? Мне нужен один парень черный в рабство. Продается кто? Нам для фильма. Для съемок фильма, да. Продаешься только ты, а? Чё? Сфига! Как я могу сам себя себе продать? Ты чё, нига, а? Я ебу, а? Вы все такие. Мы работаем только за деньги. Сейчас, а? Протягивает руку под худи, достает нож и начинает угрожать Реймонду. Повтори нахуй, а? Че там пизданул? Одно движение, и ты труп, понял? Достает катану прямиком из задницы, прикладывает ее к шее Рональда. Все, чувак, угомонись, здесь же копы, тебя же повяжут. Достает пистолет из-под футболки, наводит его на парня. В общем, начался движ Париж,
Саймон целился в Рональда, Джеймс целился в Саймона. Сэм также держал катану в руке. В итоге мы просто мирно разошлись в конце, и никто не пострадал. Как говорится, ни одно животное в гетто не пострадало. Чё, это конец уже, что ли? А где финалочка? Погодите, так дело не делается. Эй, негрилы, а вы подписаны на канал Стрижа? Если нет, то сейчас самое время. Да-да, нигер дело говорит, подписывайтесь, пацаны.